Hey, what's happening? Brother, what's up? This is a big party, man. Начинаем прямо отсюда. По личным его вопросам, типа, мы кто и откуда? Все будет вот, динамики приберут. К рукам те, кто делает жарко, точно вам не дадут. Сегодня выйти в закрут. Очень много людей. Очень реально много. Всем привет, это Аня Эксила, организатор сегодняшнего мероприятия. И сегодня у нас проходит вручение премии Rap Владивосток Awards. Мы проводим уже на протяжении 4 лет эту премию. Премия проходит в виде голосования, которое длится целый месяц на нашем сайте rapvladivostok.ru. В нем принимают участие все деятели, которые как-то проявили себя за прошедший год. Кстати, кто не в курсе, меня зовут Аня Эксила. Да, всем привет! Отлично! Я являюсь непосредственно организатором мероприятия и владельцем сайта rapvladivostok.ru. Патрик, иди сюда, пожалуйста. Есть очень крутой персонаж в нашем дальневосточном рэпе, зовут его Денис. Да, сказки же это. Мы вручаем премию, выступаем, читаем рэп, фигачим офигенный хардкор, все будет круто. Вот так выглядит премия Rap Владивосток Awards. Это виниловые диски, виниловые пластинки. Каждый год они разных цветов, в этом году они красные очень. Вов, Крю и Ру Менталити, где? Вот так вот, да? Эти группы стали у нас победителями сразу в двух основных и главных номинациях. Это «Открытие года» и «Лучшая рэп-группа». Давайте все поаплодируем. Нас сегодня должно быть четверо, но у нашего кореша из Ru Mentality нацепили браслет на ногу. Он, короче, гангстер настоящий, сидит дома и не высовывается. Душа поет под бит, строки собирает ритм. Пока вокруг орбиты крутится наш мир. Друг ловит раба на братву, ёбни, кто обманул. Трен тракуэром летнего района, мы гуляем снова не один. Я с очистим карманом стрелом жив. Выгодные чевити, мы нарисуем все картину из прошлого мира. Идея, благодаря неравнодушным людям, да, наверное, фанатам, я не знаю, как это еще сказать, друзьям, но ты взял сразу три номинации. Лучший рэп-исполнитель. Я понимаю. Я поняла, кто голосовал. Я даже сейчас вам больше скажу. Сейчас скажу. Лучший рэп-исполнитель Джет. 1158 голосов. Лучший трек Джет. Нет ненависти. 865 голосов. Лучший фит Джет и Музафари, тонкий лед. Музафари. 818 голосов. Я вот хочу позвать этого человека. Наши сердца бьются в унисон. Не надо слез, уже контроль выстрел произведен. Джет, Бога, Ларион, это группа Музафари. Четырех номинированных, значит, номинированных номинаций. Взяли три. И первым делом хочу сказать спасибо друзьям. Спасибо за поддержку, за то, что это все случилось. Это отличный повод проявить себя. Время любое соревнование дает толчок к дальнейшему развитию. Мы с товарищем записали случайный трек, и кто-то его номинировал. Мне было приятно. Тем людям, которые приходят, спасибо людям, которые голосуют. Спасибо организаторам, спасибо тем людям, кто делает вот эти номинации. Сегодня мы награждали 12 команд, 12 исполнителей, которые в той или иной номинации заняли первое место. Все это можно посмотреть на нашем сайте rapvladivostok.ru. Лучший сингл «Радикал Кома». Давай, продолжай в том же духе. Спасибо, спасибо. Анюте спасибо и отдельный респект вообще за вот такие организации, за то, что происходит вообще такие тусы. Это наше все, ребята. Слышь. Давайте покричим за это. Бессовестно. У меня есть свое мнение насчет того, что очень круто, когда рэп под живой звук. Это вообще по-другому. Это фиаско бэнд. Это люди, которые... Громче, громче, громче! О, видно сразу. Это люди, которые внесли свой большущий вклад. Мало того, что в данное мероприятие, так еще и вообще в целом в развитие хип-хопа, именно вот такого настоящего, крутого, под живой звук. И отдельно от сайта Владивосток.ру, от меня лично, вот эта пластинка лучшей лайф-группе Amazing Fiasco Band, ребята! Ребята, они все талантливые, я их поддерживаю неоднократно, зову своих друзей,
индустрии никак не относится. Мы надеемся получить новые таланты и новые группы. Благодарю. Ты так кто смеялся? Ты что? Только цель направлена в левый отсек. Пустой успех поставят на землю, как смех. Опаленные крылья болят и грязь. Ты вылечишь последний глазайте. Оказались вы черны. Надежда, она ведь дверь лучше. Я не хочу упадать. Все это глубже и глубже. Ключи в однажды. То, что поменяет нам, прохера с однажды. А цель настанет то, что иначе. Жизнь спячет, словно призрачный всадник. Но люди рядом тебя с собой. Ты услышишь неоднозначно. Откроет мысль и ток, сюда польется по венам, как электроток. В школе МС называли того, кто выступал непосредственно со своим диджеем, со своим еще чем-то. Они были одно целое, можно сказать. Жизнь, пусть так, ну и пусть так, это всего лишь умные мысли, брат. Владивосток, 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 Владивосток. Бразилия! Всем нужна солидный румб и сальсу. Ча-ча-ча! Бразилия, мама, ну где же ты, дед? Я скоро умру без тебя. Нет, Бразилия, мама, я был как во сне. Ты примерно дождешься. И у нас по старинке проходит наша серия выступлений. Вечеринка вообще называется «Органикс». Это хип-хоп под живой звук. В общем, на самом деле это круто, это стоит хотя бы один раз увидеть, решить, вообще нравится вам такое, не нравится. Но сегодня очень много людей, кстати, было, что просто не может не радовать. И мы с радостью будем ждать вас 28 марта здесь в 23:00 в Матрёшка-баре на следующей вечеринке «Органикс». Всем быть!